Икра всегда считалась деликатесным продуктом, к которому относились с почтением во все времена. Настоящим украшением стола в столовой музея городского быта является икорница – специальная посуда для подачи икры. В XIX веке выбор икорниц был достаточно велик. В нашем случае представлена икорница из белого металла на трех фигурных ножках со сферической крышкой, украшенной рельефным геометрическим орнаментом. Крышка при помощи специального механизма переворачивается и превращается в емкость. На ее дно клали колотый лед, а сверху ставили стеклянную минажницу. В такой посуде икра долгое время оставалась свежей. Красивое столовое изделие также было своеобразным символом статуса и показателем успешности владельца дома.